Что тебе это позаба... Как... Что тебе нужно от скромного торга? Пожалуйста, не спеши.
Thank you.
так ход. Пока, прощаюсь. Думаю, сейчас это неподходящий путь. Что тебе? Это как хочешь. Пожалуйста, не спеши.
Похоже, это нечто важное. Как по мне, так немного нарочит. В кои-то веки соглашусь. Что это? Как? Заставь их кричать, всадник. Что такое? Здесь что-то... О, желаешь покаяться в своих грехах? Наблюдатель, у меня рука не дрогнет снести твою голову. Поменьше сарказма. Учту, госпожа. Прикрой глаза! Слишком ярко. Что это такое? Так. Представьте себе мое разочарование. Только подумать, неужели у совета не нашлось кого-то получше? Из четырех славных всадников они отправили самую презренную, самую жалкую из всех. Гордыня, самоочарование, как всегда. Я за тобой. Правда? Будто ты знаешь, что делать, если бы даже совладала со мной. Прошу, уволь. Разве ты не одна из великой семерки? Сразись со мной вместо того, чтобы прятаться, ты напыщенная, жалкая! Ты впустую растрачиваешь угрозы, всадник. Ты досаждаешь мне не больше жужжащей мухи. Ты недостойна моего внимания, как и все остальное в великом замысле Создателя. Даже величайшие сокровища небес и ада меркнут перед моим сиянием. Убегай же и прячься в ту дыру, из которой вылезла. Возможно, когда я останусь единственным грехом на этой унылой маленькой скале, ты удостоишься аудиенции со мной. Когда я закончу, грехов больше не останется! Как скажешь. Учитывая твое нынешнее положение, я нахожу весьма маловероятным, что мы встретимся вновь. Но если по счастливой случайности ты удостоишься моей благосклонности, найди меня в эфире. Хотя я очень сомневаюсь, что такое существо, как ты, придется ко двору вместе столь утонченным. Давай же, удиви меня, всадник. А до тех пор... Что за невыносимое создание?
Никогда мне не понять их привязанность к таким вещам. Госпожа. Они так отчаянно цепляются за всю эту символику, за образы небес и ада. Они? Человечество. Столько веков подряд плод творения был у них в руках. Они даже не заметили его за ссорами, за своих сказок и тотемов. И что только Творец в них нашел. Я уже знаю. Да, мы спускаемся туда. Смотри, аванпост ангелов. Но это ведь не наше задание. Это стало нашим заданием, когда я нашла своего коня, пронзенного ангельскими копьями.
О, дорогуша, возвращайся, когда станешь опасной. Ты не заслужила мое внимание. А ты умеешь о себе громко заявить, буквально. Нас, всадников, определяет очень многое. Наша цель, наши дары и наше одиночество. Очень долго. Не помню сколько. Буйство был моим единственным спутником. Госпожа, я... Забудь. Всадника не определяет скакун.
Посмотри наверх, госпожа. Что это? Видимо, что-то новое, что нужно убить. Манты очаровательны. В каком мире эта штука очаровательна? Может, я погорячилась, но он совершенно безобиден. Ничто здесь не безобидно. В этот раз твое очаровательное чудище пригодилось. Жестоко. Даже для тебя, госпожа. Заставь их кричать, всадник. Верхом поход был бы гораздо проще. Слишком давно. Еще раз ты здесь наблюдаешь, а не болтаешь. О, я здесь ради гораздо большего. И ради смерти тоже. Угрожаешь? Пока не решила. Let's go.
Еще одна твоя очаровашка. Ты этого не забудешь, да? Напротив, он может пригодиться. Прощаюсь. Чёрт, голубяки. Оставшись ангелы заводят вместе своим гнездом. Пока что. Оно станет их гробницей, если я не узнаю, что убил убийство.
Это как ха.
это такое?
Не таким я представляла ангельский аванпост. Когда мы войдем... Мы идем внутрь? Для разнообразия держи рот на замке. Госпожа, похоже, они нам не рады. И не должны. Небесное войско! Вы знаете, кто я? Что я? Если хотите увидеть закат, лучше сразу... Почувствуй огонь небесного клинка! Отлично! Ненавижу болтать! Предводитель испугался? Мне что, перебить вас всех, чтобы он осмелил зайти? Я снова его очищу. Ты пошла против лучших воинов небес, девочка, и ты падешь. Это уже не наши братья, никакой пощады. Лишь немногих нельзя спасти светом небес. Я рад, что ты одна из них. Лучше бы ты оставалась там, где ты указатель, где ты найдешь. Довольно! Твой гнев направлен не на тех. Сомневаюсь, пташка. Узиэль, пришла закончить то, что начал твой брат война. Понятия не имею, что война сделала или не сделала, мне все равно. Значит, ты здесь за душами моих соратников-ангелов. Решила, что я не узнаю оружие повелителя пустот? Я служу лишь совету, я охочусь на 7 грехов, тех, кто остался. Но меня занимает и другое. Предательство, совершенное вашим славным царством. О, да. Мои дела, цари, узрите и посмейтесь. Мы едва можем защищаться, не говоря уже о том, чтобы предать одного из всадников. Мой скакун, буйство, пал от ангельского оружия, прежде чем я смогла призвать его. И я узнаю, зачем, и пролью кровь. Поверь моему слову, я не питаю любви ко всадникам. Из-за вас разразился конец света, и мы... Мне неизвестно ничего о заговоре против тебя или твоего задания на Земле. Среди своего рода Узиэль один из достойнейших. Это не значит, что никакого заговора нет. Как видишь, у меня по горло своих забот. Возможно, мы сумеем
заключить сделку, всадник. В последнее время силы моего воинства иссякают. И с каждым днем потери только растут. К своему ужасу, я узнал, что моих собратьев убивают те, кого можно назвать нашим кошмаром наяву. Нежить, неприкаянные мертвые ангелы. Демоны также стали целью. Их тоже утаскивают в царство нежити. И кто, на твой взгляд, за это в ответе? Единственный, кто способен на столь безбожные деяния, это похоть. Похоть? Ты выжил из ума. Я прежде встречала его. Он не владеет подобной силой. Но почему ты уверена, что мир таков, каким был прежде? Если верить слухам, некий демон наделил похоть силой одолевать войска как небес, так и ада. Он наживается на конце света. Он превращает ангелов и демонов в нежить. В бездумных тварей, способных лишь на жестокость и разрушение. И если я уничтожу похоть, решив твою дилемму, ты предложишь мне что-то взамен? Такую сделку ты мне предлагаешь? Верно. Я сделаю все, что в моей власти. И как знак нашей доброй воли, всадник... Пусть этот крестовый клинок послужит тебе в твоем походе против похоти. Его растущее могущество погубит нас всех. Узнай, кто пытался меня убить. В обмен я заставлю похоть раскрыть перед смертью источник его могущества. По рукам. Если узнаю, что ты мне хоть в чем-то солгал, ты пожалеешь, что кто-то из моих братьев не вырвал тебе сердце. Возможно, твоя угроза сдержит его. Вряд ли. Ты бы доверилась ему? Мне-то и... Вот каким стал мир! У меня нет. Да, да, ты очень занят. Артефакт? О, возможно, я солгал. Это не побрякушка. Я нашла его. Он мой.
Я дам тебе за него 1 000 000 душ. Души твоя валюта. Острые предметы моя. Тогда все... Неужели тебя не... Возможно. Это как хочешь. Пока прощаюсь.